Чистую воду в каждый поселок. Программа «Акбулак», рассчитанная до 2020 года, полным ходом реализуется в нашем регионе. На обеспечение населенных пунктов области качественной питьевой водой выделяются миллиарды тенге. Что сделано и что еще предстоит сделать, об этом главе региона доложились акимы городов и районов. По госпрограмме на просторах центрального Казахстана реализуются 22 проекта. В области вовсю ведется реконструкция водопроводных сетей. Власти обещают, что чистая вода появится даже в тех населенных пунктах, где о центральном водоснабжении знали лишь понаслышке. До конца года планируется завершить строительно-монтажные работы 6 объектов питьевого водоснабжения, в том числе на внутригородских водопроводных сетях Сарани, Долинки и Шахтинска, а также некоторых селах Осакаровского и Актагайского районов. Все подрядчики, все местные исполнительные органы совместно с общественными постами контроля имеют ясно четкую задачу и мониторинг по исполнению данной программы.